Привет, друзья, на связи Грув, поиграем сегодня в поля сражений, присаживайтесь поудобнее, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Так, сегодня что, Тарим? Тарим Мурлоки, это хорошо? Тарим это один из сильнейших героев, да? Он и при демонах играет, и при Мурлоках, давайте Тарима возьмем. Вообще, полностью ознакомиться с тирлистом можно в моем телеграм-канале Таверна Грува. А где Таримчик? Давай как раз посмотрим. Сделал ставку, что он где-то здесь. Но он здесь в средних. Ну, не знаю, мне кажется, он чуть повыше, но... Не всегда играет, конечно, все зависит от того, какие архетипы есть. Еще и мехи есть. Ну, тут Оракул однозначно. Оракул однозначно. Так, мы играем против... Авки. Наверное, буду брать свином. Не ставить, наверное, нам нет смысла. Так, а, кстати, тринкеты здесь у меня тоже есть. Маленькие тринкеты. Можно какие-нибудь и подмурлоков, и расслоения. Можно что угодно здесь, наверное, достать. Оракул приливов. Вообще в этом лобби как раз таки Пегал очень хорошо себя чувствует. Так, здесь мурлоки у Токи. Предлагают дуплет, но... Честно, мне вторая таверна больше нравится, потому что здесь можно найти Муркулеса быстрого. И желательно как бы вот этого оракула призывать через... через трясинного собирателя. Потому что, ну, сразу его можно... Во-первых, бабл скрывает трясинный собиратель, плюс оракул сам себя качает. Там получаются очень большие статы. И там уже можно играть через какого-нибудь... хорового Мургала. О, здравствуйте, да? Так, ну... Наверное, так сыграть. Чё получили? Всё-таки его, да? Ну, мы его поставим, чё нет-то? Надеюсь, кого-нибудь убьём. Наверное, на второй слот поставим. Это, конечно, мне вряд ли даст сейчас карту. Хотя примерно я понимаю, что нам хочется выходить в левел. Оракул приливов даже... Ну, любая раскачка оракула приливов делает хорошо. Ну, кого-то мы убиваем, уже хорошо. Здесь дает еще одного Мурлока. Очень сильно. Не знаю, вот этого, наверное, сначала прокрутим. Это не знаю, надо ли мне. О, Шипокэп. Ну, видимо, фризим, раз Шипокэп. Шипокэп пришел. Не знаю, его желательно, наверное, завести, ну, как минимум четверку, лучше пятерку, но мне придется очень долго фризить это все дело. Хм.
Надеюсь, мы кого-то поубиваем. Оу. Эта штука сыграла, вау. Впервые у меня этот призер сыграл. Кто его получил случайным образом? Здесь награда. Ну, посмотрим, что дают. Созвучатор хорошо, это экономика. Знаете, если я сейчас собираю его, то это не так круто по одной простой причине. У меня будет меньше мурлоков. И он мне предложит... Он мне не предложит мурлочево... мурлочевый квест. Два-два, плюс у нас есть экономика неплохая. Плюс есть возможность с помощью Мурлока достать Брана, что гораздо эффективнее, если я там найду какое-нибудь позолочение. Золотой Бран это всегда большая вероятность взять топ-1. Сколько нам здесь осталось? 39, да не так и много. Если так подумать, не так и мало. Ой, здесь что-то даже убил. Кто-то даже качается. Кстати, ничья. Вау, 4-2. Так, ловим квест. Превращает. Шестерки нам нужны, очень нужны. Шестерки, наверное, поинтереснее. За 2. У меня 7 рублей. Слушайте, надо в левел выходить, у меня 45 хп. Эту будем шнягу собирать в пятерку. Все-таки Брана буду искать. А глобус Азерот очень хорошо, потому что мы раскапываем, и нам нужны вот эти хоровые мырглы, раз у нас есть оракул. Также в этой партии можно поиграть через битбоксера. Можно раскачивать магнетизм и присасывать там. Очень жирные статы могут получиться. Ну вот эту штуку убить, да? Вау. Ну потому что, ну, ему давать Т4 тоже как-то не хотелось бы. Так, здесь 11-20 тем временем. У меня здоровье есть, но выше, наверное, нет смысла, потому что шестерки я тащу вот из глобуса Азерота. Поэтому в более высокую таверну я лично не вижу смысла. Так, смотрим. А сколько нам осталось? 27. Ну, это примерно плюс-минус 2 хода. Есть Тихондрий. Ну, наверное, рыцарь Клыков Света. А что здесь еще брать? Басажабр. Очень хорошо, Басажабр. Это все экономика... Я могу это все в руку взять. Ну, могу вот это сыграть, это оставить. Потому что если я сейчас шестеркой раскопаю, допустим, вот этого. А хотя мне мурлоки нужны больше, да? Больше мурлоки нужны. Ладно, давай ролл.
Стенка с... А, ну это помогало мне сделать обилку же, да? Мех, мурлок. Так, а здесь кто у нас нежить, да? А поскольку оно 4-3 дает разным типам, тут мурлок, свин, мурлок. Серьезная херня, не? Можно поеволвить. Да, вот так возьмем. Сюда баф тоже хорошо. Я просто боюсь, что он мне как предложит рыцаря. А я бы не очень хотел играть здесь через рыцаря. Так, стоп. Здесь расстановка не очень, потому что это сейчас еще никого не призывает. Мне сейчас где-то 18 рублей найти. Минус я. Там, блин, статы, конечно, залетают. Па-па-па-па-па-пам. Пим-пим-пим-пим-пим. У меня же шестерка. Хорошая. Хорошая, добротная шестерка. Например, вот это. Это прям очень хорошая, добротная шестерка. На это надо мурлоки. Мурлоки у вас в руке, получает баф. Мурлоки здесь, мурлоки там. При разыгрывании мурлока, да? Вау! Так, это я выбрасываю, это я ставлю. А что здесь у нас? Есть мурлок? Мурлока нет, но вы держитесь. Счастье, здоровье. Блин, мне получается, что, суммонер? А сколько мне еще 6 надо? А я могу как-то 6 достать? Да, вот эту хурму выкинем. И что, мне 2 рубля тут? Так, вопрос, а он статы... чьи получает? Посмотрим, мы это выкинем. Сейчас просто еще что-то... Сильный заход. Сильный, независимый. Мне осталось только где-то мурлоков достать. Это пока суммонит... вот этого, да? 6... 4 рубля, да, осталось? Сейчас бы уже здесь статы у меня полетели. Если бы я доделал... Если бы я тогда кепку взял, скорее всего, я бы смог доделать. Мне кажется, ну... Мне надо эту хрень раскачать. А вообще, нам левел интересует вообще? Вы получаете 2 мурлока. Давай, вот это вот классно. О-о-о-о! Пегл. Ну, давай. О-о-о! Вот это космос, конечно. О-о-о, Муркулес. О-о-о, Бран. О-о-о, Голован. Так, а чё у нас сумон? Чё, думаю, вот это выкинуть. А чё у нас сумонится? Это рандомное что-то сумонится, да? По идее, если я поставлю вот этого... Ты кто вообще, нежить? Если я поставлю вот этого, этот... Это я могу продать. Отсюда призовется кто-то из них, а отсюда кто-то из них.
Блин, здесь статы. Ну, поехали, чё. Раз. Двас. Трис. Жалко, он ничего не качнул. Чё такое? Тут ещё почти ничья. Так, 74. 28. Мурлок. О, это бомба, конечно. О, говорит, Варгарес, не? О, вы чё? У деда сейчас экстаз, блин, будет. Я не знаю, вот это надо, нет, не надо. Вот это надо ставить, точно. Блин, а я не могу и это, да, поставить? Вообще, нам бран при таком раскладе нужен ли? Есть суммонер. Ну, вот это прям до хрена дает. Это что у нас? Это призывает... Так, стопэ. 71-46. Это призывает вот этого, да? Так, там яды Мурлоки. Если я вот так расставлюсь. Так, а что можно золотить? Басажабра. Он двоих призывал. Я не знаю, на каком мне слоте крутить здесь. Объясните мне. На слоте Брана? Он через яды просто играет. Мне это не очень нравится. Победа. Неплохие статы. Блин, куда ты закидываешь их? Ты чё, друг? Эй, яды снимай скорее! Налево, хорошо, выиграли. Это, конечно, космос. Проблема в том, что теперь... А, теперь этот вызывает этого Мурлока, а этот вот этого. Но это не факт, что сдохнет, да? Чем здесь дают? Спехла. Блин, статы могут залететь некрасиво. А нужен нам здесь бран вообще? На кой, так сказать, бран здесь нам сдался? В этой сборке. Ну, я, наверное, в Мурлока сыграем. Это херня, конечно. Но пускай будет. О, сумон. Сумон хорошо. В итоге, что мы получаем? Здесь 70, здесь 77. Он все равно вот этого, да, призывает же? Только если мы отсюда не качнем. Здесь мехи. Какая-то жесть, честно. Ну, а зачем мне нам... Ну, давайте подумаем, зачем нам здесь бран? Мне надо вот этого оракула призывать. Этим оракулом качать и этим оракулом качать. Характеристики вот сюда. Ну, чтобы они сами себя качали. Тогда зачем нам вот это, если брана нет? Ну, сейчас как этот оракул в трифлет придет, так, блин, поиграем. Точно поиграем. Точно поиграю. Не, рижол не делал, мне этот триплет нужен. Это очень хороший триплет. В любом случае, да, плюс-минус окей.
Ты кто вообще? Мехи. Где там такие статы можно сейчас заролять? О, мам, не горюй. Ну, кстати, не так... Эй, куда ты бьешь? Давай нормально играй. О. А есть вариант еще раз походить? Понял. Нет, нету. Сразу бы так и сказали. Так, здесь 118, то есть он призывается в 100% случаев. Да? Никорн. Чё там? Ну, это возьмем, потому что... О. А чё за... машинка? Да, машинка клёвая. Ну, вот это сыграем, продадим. Это нам точно не нужно. Это сыграем, чтобы оно больше статов не зажирало. Там демоны. О, можно врагореза реализовать и на него машинку кинуть. Вау. Если вот это сыграю здесь 150. Ой, а прикинь, машинка бахнется. Ёлки-моталки, это вообще что будет? Мы можем поставить сейчас тебя. Есть рука протез. Здесь сколько? 130. Ну и сюда залетит, будет жестко. Я, так сказать, попробую. О-о-о-о! Давай сюда! Сюда! Залетаем. Ну, отсюда или... Отсюда-то точно должно залететь. Блин, я даже не знаю. Демоны... Демоны 4. Давай начнем с яда. Или с... Нет, нет. Давай так. Давай так. Ну не такие... Да куда ж ты бьешь-то постоянно? Что за рандом-то такой, а? Да что же это такое? Просто чел взял мне и обосрал все. Ёлки-моталки. Я уже видел, как я присасываю эти статы. Так же нельзя с честными людьми поступать. Там мурлоки тоже. Блин, надо было вперед ставить. Не знаю, вот этого можно выкинуть. Еще врагорез. Так, наверное, я тебя продаю. Есть бабл. Штаны не очень хочется играть. Присоска. Блин, просто идеально сыграл. Е-мое. Я бы вот это на стол ставил, да? Вот это бы уже вот так играл. Искал бы штаны и сюда, и сюда. Ого. Это фризим, наверное. Будет очень печально, если ни разу сюда не залетит. Потому что Wind Fury сюда и сюда. Вау. Слишком большие статы. Мы еще сначала вот это соберем, потому что там триплета может еще что-то прийти интересное. Так, здесь остаются мурлоки с ядами. Ну, нам в любом случае баблы хорошо. Здесь есть яды. Яд призывает еще яд с нормальной тушкой.
У него лайтового... Вау, это что такое? Он плюс 20 за, за потерю яда получает, это очень слабо. Баблы под битбоксерами явно круче. Хотя две, наверное, присоски было бы... Более вероятно, чтобы я бы в них попал. Здесь также более вероятно, что вот эта штука пойдет в атаку. 109. Интересно. Хотя бы такие статы тоже хорошо. Вот эта хрень... Ну, блин, присоска. Блин, и эта штука не сдохла. Соска не получила свои статы. Зато Оракул получил статы. Просто против ядов не так жирно получается. Вау. Ну это явно круто. Ну, типа, жалко, конечно. Ой, это надо все правильно. Это выкидываем. Здесь что мы находим? Это просто прокрутим, да? Это и закроемся. Луков прокручивать, таунты добавлять. Бран нам не нужен. День. Блин, он меня же за один ход не убьет. Реборн. Ну, против ядов хорошо, конечно, реборн еще иметь. Да, вот это прокрутим и... Вот это и закроемся ролл. Очень надеюсь, что он сейчас, во-первых, не вылетит, а во-вторых, качнет мне взрыв мобиль. Пожалуйста, ну что, я много прошу. Мне кажется, я вообще немного упрошу. Ну так можно было, конечно, сейчас 30-30 сюда в сандали. Но я просто думаю, что он меня не выселит. Это был достаточно слабым. Мы его на пятнашку пронесли. Здесь очень много статов. Максимум, ну ничья, наверное. Но, скорее всего, я его просто сейчас выиграю. Это видно, если я сюда больше 200 за сандалию и сюда, и этот не призовется. Ну вот что это такое? Хотя сейчас статы поедут. Статы, давай сюда статы. Статы, это хорошо. Это статы сюда залетели, ёб твою мать. Ну да, ну да, качнул я вот эту. Догнал и еще раз качнул. Догнал и еще раз качнул. Ладно, у меня зато эти увеличиваются. Ну ты игра хитренькая, а? Теперь еще и здесь больше, чем здесь, поэтому призывается позже. Хитрая игра. Мойра. Мойра не особо нужна. Так, как можно здесь... усилиться? Ну, Мойра явно статы с коммуниздит. Ну, что-то с хрипом взять или вот эту наоборот взять. Яда вскрывать. С Кангора ничего. Я думаю, может вот эту повесить два раза поскольку. Да мало, мало. Надо сюда. Или сюда получать статы. На всякий случай, если вдруг мы проиграем. Это все равно нормально статы снимает. Бабло снимает. Я вот думаю, может начать вот так.
Нахрена мне вот этот впереди? Вот так вообще, да? Начинаем с яда, получаем статы. Потом призываем вот эту вот всю шнягу. Жалко, жалко, блин. Хотел аниме показать, а получилось какое-то недоаниме. Вот так вот, да, надо? Таунтов-то накинул, таунтов. А нахрена тебе тит? Чел, у меня тут реборны, я твои яды снимаю. Куда, кстати, залетела? А сейчас куда? Не хочет. Ну ладно, жалко, конечно. Жалко этого добряка, да? Жалко, вот зацок это не снимает. Яд. Ну чё, качнул? Ну ладно, все равно первое. Но я хотел красиво. Получилось как всегда. Мурлоки, ребят, мурлоки очень сильные. Играйте мурлоками, побеждайте. Он... Особенно оракул, оракул при мехах. Ну можно было тут что-то изобразить. Но я как-то... О, еще и, кстати, дофига дают за первое. И не до конца откалибровался. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про телеграм-канал Таверна Грува. Присоединяйтесь, смотрите там тир-листы и приходите на трансляции. Также трансляции идут на Твиче. Там у меня Грув ТВ, никнейм. На Ютубе ХС Грув, там Грув ТВ. И увидимся с вами, да, в следующих видео, либо на трансляциях. Всем до скорых встреч. С вами был Грув. Всем пока.